С вами Антон Чалей и сама свинка Пеппа, которая докажет нам сегодня, что деньги решают все. С одной стороны, «Свинка Пеппа» — это лучший высокохудожественный мультфильм с очень глубоким смыслом и обучающий детей новым навыкам. Хотите посмотреть, каким? Смотрите. А вот папа свин. А с другой стороны, это мультфильм, создавший целое поколение интернет-приколов и мемов, посвященных «Свинке Пеппе». Но сегодня речь не об этом. Сегодня речь о полной продажности главного героя мультфильма. Сейчас я вам все полностью докажу. У меня есть обычная колода карт. Берем наши карты и в хаотичном порядке все перемешиваем. После этого мы делим на небольшие стопки и еще раз полностью меняем порядок всей колоды, чтобы полностью был случайный порядок колоды. И нам нужна одна случайная карта. Допустим, это будет двойка крестя. Кладем карту в середину колоды. Свинка Пеппа, поможешь найти карту? Карта – это сложно. Но ведь у меня есть целых 100 зеленых белорусских рублей, как тебе? Я все найду! Хорошо, запихиваем карту обратно в колоду и достаточно провести несколько раз купюрой с деньгами над колодой, чтобы свинка Пеппа помогла нам. Теперь вы убедились, что деньги решают все.